В Дагестан и еще несколько регионов России вернули рекомендательный масочный режим. Маски снова также советуют носить в общественных местах в Татарстане, Горном Алтае, Красноярском крае, Новосибирской и Вологодской областях. Согласно данным официальной статистики, за минувшие сутки в России выявили свыше 33 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Количество больных растет почти во всех субъектах страны.